Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как настроить проводник на компьютере с программным обеспечением Windows 10. Запускаю проводник. Сейчас, как видим, на главной странице проводника есть разделение для предварительного просмотра. К примеру, открываю локальный диск, фото, и сейчас увидим, что получается. Видите? И как видим, какое фото мне необходимо увидеть, то на предосмотре это отображается. Может, кому удобно, а может, кому и нет. А кому неудобно, то смотрим, как ее убрать. Нажимаем на вкладку «Вид», «Область просмотра». Нажимаем. Все, эта панель исчезла. Теперь будем делать настройку проводника, каждый под себя, как ему удобно. В этом месте видим треугольник. Нажимаем. Если мы хотим, чтобы на главной странице проводника отображалось меню, то снимаем здесь галочку «Свернуть ленту». Сняли. И как видим, все это полностью отображается. Здесь есть вот такие 6 пунктов. Каждый может выбрать настройку под себя, как он хочет видеть значки, чтобы отображались здесь проводники. Я выбираю плитку, каждый под себя подстраивает. Здесь добавляем все необходимые значки, которые мы хотим видеть здесь, чтобы они отображались. Открываем эту колоночку. Каждый выбирает то, что ему нравится. Эти значки ускоряют работу перехода на какую-то вкладку, или отменить, или еще что-нибудь проделать. Эту ленту мне лучше свернуть, я поэтому назад ставлю здесь галочку «Свернуть ленту». Все. Значки здесь не отображаются. Если у кого вот такое состояние, и он не знает, куда делась левая колонка, которая отображает библиотеки, компьютер, папки и другое, тогда необходимо нажать на колонку «Вид», «Область навигации» и поставить здесь галочку «Область навигации». И слева появилась вот такая колонка, с которой удобно работать. Каждый настраивает проводник под себя. Закрываю все это. На этом все. Кто хочет получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на канал. Все своими руками. 36. До свидания.